Смотрим. Те Навального команда ФБК выпустила текст, в котором предложила перенаправить доход от экспорта российских нефти и газа в казну Украине. Другими словами, передать все то, что Путин украл в России, Украине. По версии ФБК, без того, чтобы посадить русских в кабальную зависимость от иностранного государства, невозможно построить прекрасную Россию будущего. В кабальную зависимость в буквальном смысле. Так, в чем выражается кабальная зависимость? Компенсации, которые от имени Навального предлагают ФБК, это деньги, которые будут десятилетиями выниматься из бюджета России. То есть, ну да, из нашего с вами кармана. Почему? Это бюджетные деньги в РФ, они, их обычный Ваня никогда не видел, они и так уже... Какая разница-то? Мы много слышали от команды ФБК, что Путин украл в России все. В России действительно не у каждого дома есть туалет, газ и горячая вода. Да. Пенсионный фонд разорен, а школы разваливаются. Потому что деньги, которые Россия должна была заработать на продаже энергоресурсов, стабильно разворовывались путинскими олигархами и номенклатурой. Так, то есть почему нельзя просто взять у них все изъять? Типа, оно все равно не будет конвертировано в школы, там... В газ, в канализацию, да, это не будет сделано никогда. В РФ, повторюсь, люди в речке, белье стирают, вы о чем говорите вообще? То есть этих денег они так и так не увидят, грабь награблена. Но теперь можно больше не переживать. В прекрасной России будущего фонда борьбы с коррупцией все изменится. Олигархи больше не будут забирать себе природную ренту, ее будет забирать себе Украина. Туалетов в России, правда, все так же не будет, но вы держитесь там, хорошего настроения. Окей, хорошо, допустим, нет репараций. Туалеты появятся в РФ от этого? Нет, не появятся. Появится еще одна яхта у Путина и еще какой-нибудь. Я вот по-прежнему ноль причин, почему нельзя эти деньги просто прикарманить. Даже, я даже не про помощь Украине, а просто вот взять, например, в пользу экономики США, взять просто все эти деньги. Почему нельзя? Вот что в этом плохого, кто от этого страдает, кроме яхты Путина? Извиняться, выплачивать репарации и нормально, а потом заниматься армией, страной, и вообще газ проводить, печки чинить, дрова покупать. Мне... Ты же сам противник репараций. Понимаешь, этот, вот эти тейки, которые мы сейчас слышим, они не имеют смысла, даже если речь идет не про репарации. Даже если речь идет про то, что просто вот там правительство Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и так далее, какое-нибудь западное правительство, которое заморозило эти счета, просто прикарманит эти деньги, допустим. Просто взять вопрос, почему нет? То есть, допустим, репарации не обсуждаются никакие. Вообще, допустим, нету этого. Почему нельзя просто в пользу экономики США взять эти деньги? То есть, в каком месте они вот в этом процессе у русских? Они уже у так называемых русских. То есть, я как бы не очень понимаю. То есть, даже если нам как жалко среднего россиянина, и даже если речь идет не про репарации, то есть уберем вот эти как бы всякие вещи, они не нужны даже здесь. Просто эти деньги вполне себе абсолютно морально и нравственно было бы взять и с***ть самим и все. Даже если речь идет не про репарации. Германия после ВМВ тоже не должны были выплачивать репарации, народ Германии... Тоже пострадало действие НСДАП. Ну да. И? Все равно же пришлось оплачивать, правильно? Что спирт должно быть возвращено тем, у кого было. А как? Теперь ты вообще размышляешь в категориях отдать денег среднему россиянину. Может быть, он пойдет. Я вообще ничего не говорю про отдать деньги среднему россиянину. Я говорю, вот допустим. Допустим, нам было бы жалко среднего россиянина. И, допустим, речь даже шла бы не про репарации для Украины. С моей точки зрения, нету морально-нравственной проблемы просто эти деньги забрать и все. Эти деньги, они в любом случае и исправить это невозможно.